Ложный лифтинг. Ложный лифтинг, когда у нас с вами вот здесь вот прыг. И ложный лифтинг, это мы как бы с вами не перемещаем ткани, а более делаем такой, он будет ниже овал лица, но он такой более ровный овал лица. Тогда мы с вами нижний край нарисовали, препарат за 2-3 дня он подопустится. И второй вкол, это перед и за брыкой. Перед и за брыкой. И вводим препарат сюда. И сюда, наверное, техникой. Потом у нас с вами овал лица, он как бы подравняется. Так называемый ложный лифтинг.